День Абая сегодня отметили в Уральске. Его мы официально празднуем уже второй год. Мероприятие в честь 177-летия великого казахского просветителя и поэта Абая Кунанбаева начали с возложения цветов. Подробнее в следующем сюжете. У памятника Абая с самого утра собралось большое количество жителей. На книжной выставке сотрудники библиотеки имени Жубана Молдагалиева собрали книги Абая, посвященные ему произведения. Абая Кунанбаева называют сыном казахской степи. В своих стихах он отражал грани казахской души, лиризм, сомнения, отчаянные искания, горький сарказм и веру в силу созидания. Для нас огромная честь принимать участие в этом мероприятии. Надеемся, что сегодняшняя молодежь привьет своим детям любовь к его творчеству. В ходе мероприятия руководство области и города, также представители интеллигенции, возложили цветы к памятнику Акына. Мероприятие продолжилось в областной библиотеке имени Жубана Молдагалиева. Здесь состоялся круглый стол с участием государственных служащих и представителей интеллигенции Приуралья, где говорили о роли наследия Абая в наши дни, в том числе на государственной службе, принципах честности и бескорыстности. Многие слова назидания великого Абая совпадают со статьями Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан. Несмотря на то, что они были написаны еще в 19 веке, актуальны в нашей современности, и сейчас многие из них применимы по отношению к государственным служащим. Мероприятие, пропагандирующее великое культурное наследие, продолжится не только в Уральске, но и в районах области. Альбина Кумургалиева, Рустем Ищанов, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжаик.